Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер, и мы сейчас в игре Хищные машинки 3. Мы сегодня вместе с вами продолжим путешествие по этой игре. Мы продолжим проходить уровни, дабы в будущем насобирать 63 жетона и сразиться с этим боссом. Вы посмотрите, как он прикольный и интересный. Я думаю, что это уже будет, конечно же, в следующей серии. А сегодня наша главная задача — это проходить уровни, прокачивать наш комбайн. Может быть, даже мы сегодня приобретем какой-то новый транспорт. Посмотрим, что у нас будет по кристаллам. И самая основная задача в игре — это пройти все уровни и добраться до этого красивого острова, где находятся наши друзья. Они здесь загорают, отдыхают и попивают коктейли. Ну а нам еще трудиться, да и трудиться. Кстати, дорогие друзья, хочу напомнить, если вы на канале Воблер впервые, обязательно подписывайтесь. Ну а если вы мой гордый подписчик, то значит ставьте лайк. Ну а мы вместе с вами сейчас продолжим. Поехали! Это у нас 21 уровень. И наша задача здесь — двигаться только вперед и вперед. Сейчас посмотрим, на что способен этот уровень, насколько нам сложно будет вообще здесь играть. Ага, ну неплохо, смотрите, 15% защиты, 5% это у нас дэмэджа и плюс одна бомбочка кластерная. Поехали! Так, едет наш комбайн. Оп! Смотрите, шипы внизу. Прожим. О, каньон! Как мы перелетели! Нормально упали, в принципе. Также наша еще, ребятки, главная задача — здесь собирать жетоны, потому что без жетонов нам будет сложновато как-то открыть босса, дабы его победить и дабы, ребята, освободить наших друзей. Давай, мы кластерную бомбу кинули. Отлично, у нас еще половинка есть. Ох, смотрите, как хорошо работает наш магнит. А мне подписчики писали: Воблер, бери магнит, который притягивает кристаллы. Давай мы сейчас возьмем еще полицейскую эту машину. Ого! Да, это даже хорошо, что мы их берем. Знаете почему? Потому что будут жетоны, ребята. Будут жетоны. Надо побольше полиции, побольше машин уничтожить. Блин, клетка! Клетка, клетка! Клетка, клетка 4. Нет! Нет! Я клавиатуру сейчас сломаю! Но! Фух, успел! Вообще-то миллисекунды были, ребята! Миллисекунды! Как я это сделал? Ого-го-го-го! Подожди, что это за штука такая? И как нам вообще тут взлететь? Смотри, мы пролетели. Нам, мне кажется, хотя бы сейчас проехать. О! А у нас дамаг прокачанный. Давай, руби, руби дверь, руби! Руби, руби! Проезжай! Фух! Вы посмотрите, как мы четко проходим этот уровень. Просто все у нас на грани, вы представляете? Там нас почти клетка не словила. Здесь нас почти не придавили. Ключевое слово — почти. Ох, как мы проскочили. Ну, у нас, мы видим, один жетон. Два жетона. Ой-ой-ой, что же на нас так жестко-то набросали? Ого, ФБР едет. ФБР, ФБР. Уйди отсюда. Сейчас, я думаю, может, мы даже жетоны и насобираем. Давай еще бомбочку кластерную. Так, пролетели. Нам чуть-чуть надо подкушать. Еще одна клетка? Вы что, серьезно? Несколько клеток на одном уровне? Давай. Фух. Я в шоке. Это первый уровень, на котором две клетки. Ого. Просто на телефоне играть немножко удобней. Да, потому что там удобнее жать все-таки и бороться с этими клетками. Ну а я сейчас на клавиатуре тут такое нажимаю. Такие комбинации жесткие. Мы просто на изи прошли этот уровень. Вы представляете? Две клетки, да еще и три жетона. 2092 кристалла мы вместе с вами заработали. Это был богатый уровень, а мы давайте сейчас вместе с вами перейдем в гараж и постараемся каким-то образом прокачать наш комбайн. Итак, ну что у нас тут осталось? Ускорение осталось. Ага, нужно 4800 кристаллов, дабы сделать ускорение. У нас сейчас на 120 стоит, а там будет немножко побольше. Ладно, идем дальше. Ну, мне понравилось. Слушайте, мы как уровень прошли на изи просто. Это просто было восхитительно. Да, но, к сожалению, жетонов нам еще не хватает. 63. Если мы будем... Ну, не будем везде по 3 брать. Давайте будем, допустим, по 2 брать, да? По 2. Это раз, два, три.
4-5. Да, много нам надо пройти, чтобы открыть еще этого босса. Ладно, давайте мы сейчас спасем одного друга. Дружочек. Вертолета словили. Вы представляете, вертолет в ловушке. Как они могли машиной словить нашего вертолета? Я не знаю, но это... Давайте мы попробуем его освободить. Так, спины крутятся. И бомбочки мутятся. Давайте, поехали. Вот наш дружбан поехал куда-то вперед, смотрите. Так, кстати, у него даже двигатели работают, вертолет. Он, мне кажется, если у него хорошая подъемная сила, он бы просто мог бы сквозь клетку засасывать воздух, поймать. Как бы засасывать воздух и таким образом поднять, да, реально. Своего обидчика в воздух и сбросить, либо как-то еще. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Короче, я понял, что здесь так много не нафармишь кристаллов. Очень много полиции, а мы давайте просто его догоним. Да блин, ты посмотри, как мы переворачиваемся. Летим. О, перелетели. Ого, вот это мы газульку нажали. Ох, море кристаллов, бомба. Кластерная бомба. Смотри, сколько кристаллов. 25 секунд, ребята, 25 секунд, какой-то ад будет, вы просмотрите. Время идет-то? Да, мы успели. Я вовремя кластерные бомбы использовал. Просто если бы не эти кластерные, то навряд ли бы мы смогли сегодня вместе с вами его освободить. Ну что, давай, монстропедия. Кого мы освободили вообще? И что это? Коптер. Просто коптер. 1200 кристаллов. Если посмотрим ролик, на 2 умножим. Вот это четко. Вот, ребята, наш вертолетик, которого мы спасли. Ну, в принципе, это было несложно. И, кстати, мы здесь даже неплохо заработали кристаллов, дабы улучшить нашего. Всего хорошо, хорошо. И тут мы еще заработали. Я в шоке, уровни. Дабы улучшить наш комбайн на максимум. Сейчас он будет просто суперски прокачан, вы представляете? Реально крутая тема. Смотрите, мы ему ускорение берем. 4800. Все. А, не понял. А что, у нас денег не хватает? Я думал, хватает. А, ну давайте я ролик посмотрю, как раз и хватит. Нам придется еще пройти парочку уровней, дабы улучшить наш комбайн. Немножко не хватает кристаллов. Ну да ладно, поехали. Главная наша задача — это проходить уровни. Так, крутим рулеточку. Рулеточка крутится. Плюс 15% кристаллы. Ну, неплохо, что у нас. Ага, ну поехали. Поехали, поехали. Главное сейчас не слиться и пройти уровень на отлично. Ну, в прошлой, конечно, каточке у нас было 2 вражеские клетки. Вы представляете? Полиция 2 раза нас в клетку уловила. Как будет в этот раз, я даже не представляю. О, хорошо. Ого, что это видели, спереди что-то ехало большое. На, получай гранату кластерную. Снова клетка, блин. Клетка, клетка, клетка. А мы ее прорвали, слушайте, а как мы ее так взяли, прорвали. Опа, пролетаем. Упали, чётенькое приземление было. Просто замечательно. Смотри, здесь броневик. Это броневичок. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас огнем поливают, дорогие друзья. Просто огнем. Вот еще, смотри, раз, разрубили. Что у нас по ХП? ХП вроде бы у нас есть. Все, в принципе, отлично. Оп, мы тут все взяли всех. Ох, какие-то машины прыгнули. Едем вперед. Что, снова клетка будет какая-то? Или что, снова этот грузовик? На тебе кластерную бомбу. Вот еще едет полиция. Давай, давай. Он нас только что взял, ребятки. Ай-яй-яй, электрошоком словил. Ничего себе, давно я электрошока я не видел. Ну, нам электрошок не попадался против нас. Обычно просто полиция и все. На, ракету получил. 2 жетона. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зеленый. Поехали, зеленый. Зеленый нормально, взяли. Чтобы избежать полиции. Что у нас тут? А нормально, кристаллы. Ой-ой-ой-ой, снова взяли. Полиция, ФБР, вы посмотрите. Куда ФБР попадало? Куда-то вниз. Давай мы их бомбами забросаем. Кластерными. О, нам еще чуть-чуть, ребята. Еще чуть-чуть, у нас жетон на троечку. Вы представляете, жетон троечка. Бросаем кластерную. Косим, косим. Да, так нам надо вниз. Вниз, вниз нам надо. Отлично, приземлились. Почти не...
Почти выжили. О, вот давай, давай, давай. А, смотрите, мы здесь пролетели. Ловушка, вот клетка. Кто мог клетку ожидать? Кто мог ожидать эту клеточку? Давай, 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 руби. Давай, чуть-чуть. Нет, все заново. О, бог ты мой. Ладно, давайте мы хоть комбайн улучшим. В гараж пошли. Ай-яй-яй, как же так? А что нам? Скорость. Давай качнем скорость. Все, у нас, ребятки, комбайн прокачанный на максимум. Смотрите, как выглядит этот прокачанный красавец комбайн, да? Вот он, все косит, косит. Ладно, что мы делаем? Давайте мы сейчас, значит... А что мы еще можем улучшить? Подожди. Устройство. А вот что мы еще можем улучшить. Мы еще можем купить электромагнитный импульс. Он стоит 12 тысяч кристаллов. Блин, дороговато импульс. А сколько стоит этого чувака открыть? А, надо босса победить, чтобы его открыть. Да, нам еще тут ездить и ездить. Ладно, знаете, что мы давайте, значит, сделаем? Погнали сам... Давай уровни нажмем. Уровни. Ну, давай возьмем. Возьмем кристаллы. О, день. И давай мы... Подожди, а че? Не понял, а почему у меня днищенская... Машина, гараж, я не понял, что это у нас за автомобиль, где мой комбайн прокачанный, а, вот он, а что он как-то выбрался, все, комбайн, я тебе не отдам никому, все хорошо будет, сейчас мы с тобой поедем, попробуем пройти уровень, жесткий уровень, прямо возле босса, смотрите, поехали, надо сразу как-то приготовиться, чтобы сжать этот, да, ну неудобно чуть-чуть, конечно. На эмуляторе играть в эту игруленьку. Ну да ладно. Клетка, клетка нас просто словила. Давай, поехали. Ага. Тут кроме клетки, тут еще очень много препятствий. А мы, кстати, прошли ее или не прошли? Подожди. А, нас клетка словила. То есть те жетоны наши три пропало. Все, что мы здесь заработали непосильным трудом, вы представляете? Все жетоны, все наше достижение здесь, ай, просто кануло в лето, как говорится. Пролетел. Вот как я здесь взял клетку, просто проломал и все. Если, а можно все клетки так проламывать или нет? Давай. Вот этого вот давайте бомбой забросаем. Ах, у нас поджарил немножко. Чуть-чуть поджарил, но ничего страшного. Едем вперед, снова полиция нам навстречу. На, лови. Кластер, у нас 9 еще бомбочек кластерных. Так, надо следить, ребята, где у нас тут что находится. Ого, снова кто-то прыгнул на нас. Так, вот, какой-то броневик, вы посмотрите, вообще вездеход. Снова электричеством нас взяли. Ну, тут пока что мы мало заработали, смотрите, очень мало жетонов. Хочется, конечно, по 3 жетона за каждый уровень зарабатывать, но не всегда это возможно, не всегда это получается. Стоять, полицейская машина! Куда мы назад поехали? Вперед давай едь. Оп. Взяли дополнительно. Сейчас, ребята, дирижабль прилетит. Так, где у нас тут ускорение? Когда нам тут нужно все сжать? Так, полиция. Полиция, ФБР. Оп, пролетели. Пролетели. Вот ФБР. Давай, бросаем, бросаем. Гранаты. Блин, снова ФБР. Ой-ой-ой-ой, куда меня понесло? Куда меня понесло? Ну что же, посмотрели рекламу, мы появились здесь, где-то сейчас должна быть у нас клетка. Так, тут мы перелетели, клетка! Как я вернулся в клетку? Как это вообще возможно? Что происходит? Подожди. Ну? И? Игра зависла? Что, подожди, что происходит с клеткой? Ребята, что с клеткой? Что, ух ты, как мне отсюда выбраться? Главное, времени-то нету, и до финиша я не добрался. Клетка забаговалась, или в чем прикол? Вы смотрите. Что за фигня в игре? Клетка на то ли не опустилась до конца. Что за баг? Ага. Подожди, у нас есть энергия. Если мы сейчас прорвем... Не, не получается. А как нам обратно поехать? Вот так. Давай, вот сюда? Сейчас разгон возьмем. Не, подожди, обратно. А, у нас сейчас энергия закончится. Ну.
Блин, игра баганая, вы посмотрите. Вот это. Что за тупость, блин? Ну это реально тупость. Вы посмотрите, так просто на месте. Я и ничего нажать не могу. И вылезти не могу. Ну, давайте мы пожмем. Ну тут даже отчета нету. Вы посмотрите, я просто... Как бы клетка упала, нету времени. Ничего нету. Я в шоке. Как так можно лохануться при создании игры? Я в шоке. Ладно. Что, еще раз с самого начала? Я нажал этот уровень с самого начала. Это уже какой у нас? Третий раз или четвертый? Я в шоке. Если я буду каждый следующий уровень по 4 раза проходить, то у нас будет ролик чисто по уровню. А по-другому не получается. Здесь... То не получается пройти, то и сама игра тебе не дает пройти. Что с клеткой произошло? Это дичь какая-то. Так, полиция едет вперед. Давай мы сейчас всех завалим. Клетку тут прорвем, пролетели. Все хорошо, все у нас замечательно. Энергия накапливается. Едем вперед. Давай мы этого сейчас вырубим. Носатого. Ну. Кластерную давай. Бомбочку. Так, где нам тут нужно прыгать, чтобы не упасть вниз? Ну, мало-мало пока что жетонов, дорогие друзья. Ну, там было реально 3 жетона, круто. Давай, берем. Дирижабль нам понадобится. Вот здесь, по-моему, где нам пролетать? Так, броневичок. Давай, закосим тебя. Ой-ой-ой, нас электричеством взяли. Давай, поехали. Поехали, а то сейчас я весь дамаг получу от шипов, которые у нас внизу. Так, 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 где тут у нас проваливается? Это у нас тут все проваливается, дорогие друзья. Ох. О, назад покатился мой комбайн. Куда ты катишься? Там шипы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, снова взяли. 3 жетона. Возможно, 3 жетона будет. Перевернулся, бедняга. Почему же ты перевернулся? Едем вперед. Полиция сейчас будет. Нормально. Полицию заказывали. О, 3 жетона. Наша задача... Просто доехать до финиша. Просто взять и доехать. Так, 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 так. Бросаем бомбочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, чуть не упал. В пропасть, ребята. Чуть в пропасть не провалился. Поехали. Где у нас тут-то? Вот мы пролетаем. Ага, пролетели. Клетка! Ну, тут хоть время есть, так... Давай, 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 давай. 3 секунды, давай. Да я сейчас клавиатуру растолпу. Но! Да елки ты палки! Ай-яй-яй! То она забаганная, то она не запроходится. Короче, дорогие друзья, я думаю, что на этой ноте, на этой клетке мы завершим сегодняшний ролик. Ну, баги, конечно, в этой игре меня подкумаривают, если честно. Ну, если это учитывать третья игра от создателей, да, то неужели не элементарщину нельзя сделать, чтобы хотя бы багов таких не было? Если вы знаете какие-то баги в этой игре, если вы видели какие-то недоработки, обязательно пишите здесь под роликом в комментариях и посмотрим, на что игра богата. А с вами был Воблер, удачи и пока!